Соблюдение норм благоустройства – невыдуманные правила, которые закреплены федеральным законом. Но не всегда требования на бумаге воплощаются в реальной жизни. Часто это относится и к Десногорску. Мы не удовлетворены тем состоянием, которое у вас в настоящий момент есть, и те выводы, которые вы сделали после нашего прошлого обхода, неделю тому назад. Сегодняшняя инспекция – очередной рейд по торговым предприятиям муниципалитета. Глава Десногорска Андрей Шубин, председатель административной комиссии Владимир Исаев и представители комитетов городской администрации в очередной раз попытались призвать предпринимателей к порядку. Мы сейчас обойдем территорию, потом девочки с экономического отдела останутся для составления акта осмотра. На основании этого документа в дальнейшем будет выписано предписание, там есть определенные сроки. И если предписание не будет выполнено, дальше уже будет протокол и административная комиссия. Устные и письменные предупреждения этим торговым объектам остались без внимания. Комиссию так же, как и неделю назад, встретила не очень приглядная картина. Крыльцо должно быть отремонтировано, потому что она травмоопасна. Не должно быть травы на плитке, трава должна быть покошена, фасад должен быть покрашен, то есть все надписи должны быть убраны. И, соответственно, с той стороны тоже красные ржавые двери. Непрезентабельный внешний вид. Возможно, такое бездействие – это исключение. Но нет, заросшие газоны и разбросанный мусор ждали и на других торговых территориях. А кое-что вызвало откровенное недоумение. Прямо в момент проведения инспекции со второго этажа здания выбрасывались пластиковые отходы. То же самое, да? Комиссия побывала и в самом центре общественной жизни города, на летней эстраде. Рядом со сценой, где проходят городские торжества, находится торговый комплекс. До сих пор благоустройство не восстановлено. Ну и, соответственно, я думаю, что фасад здания с той стороны будет оставлять желать лучше. Выцветший рекламный баннер, разбитые ступени и куча окурков. К сожалению, стандартный набор большинства городских торговых объектов. Мы хотим вручить вам памятку о правилах благоустройства. Это не акт, это не протокол, это чисто памятка о том, что необходимо соблюдать правила благоустройства. Здесь указаны штрафы на должностных юридических лиц. Работа административной комиссии будет продолжена. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.